матч, который прошел накануне в Академии волейбола Платонова, стал полной противоположностью игры «Зенита». Ленинградка одержала вторую домашнюю победу в Суперлиге, и впервые подопечные Александра Кашина не упустили ни одной партии. В начале встречи с минчанкой нашей команде пришлось проявить характер. Не без труда удалось вырвать первую партию 27-25. Затем хозяйки смогли навязать свою игру во второй 25-23. Ну а на третью у гостей просто не осталось сил 25-14. Ну, я сказал девчонкам перед началом, что в связи с началом чемпионата определенного, этот матч вообще принципиальнейший. Это не просто была игра, это была драка. И мы выходили именно как на драку. И с болью, с кровью, с матом выиграли первую партию, проявили характер. Вторая, вы видели, тоже вроде бы вели, потом они догнали. Опять бой, опять проявили волю к победе. Ну и в третьей, конечно, было уже проще. В воскресенье у ленинградки следующий матч домашней серии. В гости приедет Сахалин.